красноречивый. Ну хороший, что ты думаешь, да, он, да. Слушай, Глава, я что предлагаю, сегодня лучшие куски мяса вручить только охотникам. Сначала им, а нам потом. Ты что, только охотникам, что ли, а? Да не только охотникам. Я говорю, сначала охотникам. Сначала им, а нам потом. А почему нам потом? Потому что им знак почета. А если нам ничего не достанется? Так, минуточку. Я хочу внести уточнение. Только уточнение, не более того. Спасибо. Человек было верно сказал. Охотникам почет и уважение. Однако у некоторых может сложиться неверное впечатление. Получается, что я, например, пока охотники охотились, бездельничал. Да я бы рад завалить какого-нибудь увесистого кабанчика. Но мое оружие — слово. Да, мое оружие — слово. Да, это верно. Твое слово разит как стрела. А помнишь, как ты словом почти остановил дождь? О, да, это было. Но это я только сначала почти что остановил. А потом через 3 месяца я уже совсем был. Значит, плохо. Глава, тогда и мне разреши сказать свое оправдание. Стоп. Ему незачем оправдываться. Вообще-то, пока охотники охотились, он хорошо исполнял свой долг. Никого не обидел, никого. Ладно, ладно. Тебя, Ходок, и тебя, красноречивый, мое предложение не касается. Вы получите мясо в числе первых. А? Скорпионы убили Дримного.
Yeah.
Ты что такая серьезная? Что он перетел? Тём. Значит, стрелы были твои. Не, мы с Шарин не перетели. Конечно, мои, иди еще. А что тут получается? Что получается? Можно подумать, что ты его и убил. Я не говорю, что ты его убил. Я говорю, что так можно подумать. Я тебе скажу, что ты так походу не подумал. Ну, стрелы-то были твои. Ну и чего? Если ты не убивал, то должен будешь это доказать. Что доказать-то? Что ты его не убивал? Слушай, я знаю, убивал я или не убивал. Это в точку я не скажу. Ну а с другой стороны, твои стрелы вполне мог подобрать, да? Кто-либо другой. Да зачем, зачем? У каждого есть свои стрелы. Слушай, ты же знаешь, сколько у тебя должно быть стрел? Конечно, зелененькая, фиолетовая есть образец. Неси колчан. Быстро, неси колчан. Чего нести? Колчан неси, говорю. Вот! Потерял? Потерял колчан, да. Как это? Ну, по ходу дела я его посеял во время боя со скорпионами. Вот. Должен идти порыдать. А? Порыдать. Потерял во время боя и молчишь. Слушай, я все собирался сказать, но мне все-таки как-то было сильно. Собирать сейчас не стыдно. Нет, ну сейчас не стыдно. Извините-ка, сейчас получается, что моими силами завалили любимого. А с другой стороны, твои стрелы вполне могли попадать с кракеоном, и они вполне могли убить имени Дрина нарочно. Зачем? Чтобы замести следы, чтобы никто не догадался. Чтобы замести следы, чтобы никто не догадался. Как это тебе в голову приходит? Да. Я никогда это в голову не пришел. По крайней мере, так вполне могло случиться тогда ты. Ни в чем не виноват. Слушай, я тебе еще вначале этой увлекательной беседы сказал, что я не виноват. Но все равно ты должен пойти и рассказать это всем. Да ты что, с ума сошла? Все будут говорить, потеряшка. А что ты им скажешь? Я не скажу. Стрелы-то были твои, что за это? Я не знаю, что. А продолжи. Я скажу, иди. Почему не рыдаешь? Я уже рыдала. А теперь я могу выбрать ему уже себе подход. Кого-нибудь уже приглядела. Ну вот, кого? И кому уж так повезло? Ему. Да. Я, наверное, засиделся. Пойду я. Все, пойду, дружок. Стоять! Слушай, если я и собираюсь жениться, то я точно уж не на тебе, а? А зачем же ты убил моего мужа? Да вы что тут устроились, где местью? А я ведь здесь давно, кажу, кое-что слышала. Слышала, да, но ничего не поняла. Мне то, что нужно, я поняла. Вот убийца, его стрелы, значит, он убийца. Правда, не боишься? Правда, все равно. Да что, помолчи, вдова. Помолчал. Убийца! Захочу все знать, захочу никто не знает. Ну, кто ж, ну ты же не станешь убить человека, который тебе нравится, ну. Ну не станешь, давай лучше помянем длинного. Дождь, давай помянем, налей.
Мы подумаем. Может, и не станем. Но зависит не от того, если он не хочет на тебе жениться, может, не делать. Ну, не хочет, да? Не хочет. Убийца! Убийца мужа! Что он тебе сделал? Слушай, может, ты как-нибудь это договоримся? Сейчас ты, смотри, она тебя выбрала уже. Вот это выбрала. Значит, она тебя любит. Конкретно против тебя я ничего не имею. Котик, зачем же дело стало? У меня обстоятельства не забью. А я тебе объясню. Ты считаешь, что в женщине главное это смазливое личико? О, милая, это не так. Кроме лица есть многое другое. Ну как ты можешь убить своего мужа и оставить его жену одну? Слушай, слушай, умоги, женщин убивали мужей, не туда, все жени. Да, а тех мужей убивали другие люди, а моего мужа убил ты, я знаешь, что за это? Кровь за кровь. Вот, ты знаешь что, дочка, мне кажется, если ты будешь молчать о том, что ты здесь слышала, а? Долго тебе жениться как раз. Вот так вот. А он вот не хочет. А он просто не успел приглядеться к тебе. Ну, не успел. А вот приглядеться и оценить достоинство. Точно. Да. Почему он еще другого выхода нет, да, ушастый? Да. Да, да, да. Да. Убей женщину. Все ладится. Все ладится. Ну-ка, ну-ка, ушастый. Вот теперь поцелуй. Ну. Ну, Thank you.
Начинаем совет. Вопрос один. Что нам делать? Убит наш сородич. Поражен двумя стрелами в спину. Кто убил его? У него не было врагов. Ну, разумеется, это могли быть и скорпионы. Но все зависит от того, как его убили, с какой целью. А вдруг произошла ошибка? Неумелый охотник целился в оленя, но промахнулся и даже не знает, что не попал. Цель, а попал человека. А даже если знает, что попал в человека, может быть, горько оплакивает свой кровь, все он знает. Кровь за кровь! Смерть за смерть, смерть за смерть! Я человек боя. И когда придет время, я первый начну танец войны. Ладно, ладно, давай сейчас не будем. Может быть, я слишком много пролил вражеской крови. Может быть, я стал слишком мудр. Но помнишь, кто-то мне и говорил. Волгодонск, ты же мне и говорил, что когда ты натолкнулся на труд, ты увидел, что стрелы были наши. Ты даже сказал, чьи. Молчишь, не хочешь обвести своего друга. Это хорошо. Но тем временем ты подводишь нас всех. Говори, чьи были стрелы, иначе скажу я. Какая разница? Это были стрелы ушастого. А ты сидишь и молчишь, ушастый. А из-за тебя чуть-чуть не началась война. Меня сделало вдовой мало? Хочешь и других сделать вдоволь? А ведь еще не поздно искупить свою вину. Женись на мне, и тогда тебе все простят. Ну ты встань. Встань, ушастый. Да, это мои стрелы. А за что ты его убил? Я его не убивал. А кто его убил? Я не знаю. О, ну он убил. Пускай он женится на мне, и тогда вы его простите. Я его не убивал. Я его не мог убить. У меня стрел-то не было. А где были твои стрелы? Я знаю, что это позор, но если меня в чем подозревают, я скажу. Я потерял колчан со стрелами во время боя с скорпионами. Беги ушастый, не терял ты свой колчан, как я мог на тебя это похоже. Ты просто припрятал его где-то в своем доме или неподалеку. Зачем мне прятать свои стрелы? Чтобы отвести от себя подозрения. Это несложно проверить, нужно поискать и найти. Кто возьмется поискать? Глава, какая разница? Долгоносик, поищи. Иди, Долгоносик. Нашел. Значит, плохо было спрятано. Ужасный. Твой колчан. Мой. Ты же говорил мне, что потерял его во время боя. Так я его и потерял. Долгоносик, где ты его нашел? За его домом. Он был завален ветками. Ужасный. Ты прятал его за домом? Я ничего не прятал, я его потерял, товарищ. Вот видите, какой он бестолковый. Ему надо жениться на умной женщине. Пускай он женится на мне и больше не допустит таких проступков.
А почему он должен жениться именно на тебе? Он может жениться на ком-нибудь еще. А ты замолчи, малая еще. Других он не убивал уже, а меня убил. Нет, кто убил, это еще неизвестно. Известно, милый, ты убил. А мне известно, что я не убивал. Что делать будем? Не разбираться. Сидеть сейчас будем с вами вместе до вечера разбираться. Кто убил Дрейнора? Кто будет разбираться? Если никто не хочет, я могу разобраться сам. Ну как ты можешь разобраться сам, если ты сам в этом замешан? Ну если я замешан, значит я буду больше стараться. Давай ты голова. Все, пускай разбирается. Голова. Ну попробуй участвовать, разбирайся. Сейчас я вам устрою. Ответьте мне честно, прямо. Кто убил Дрейнора? Ты закончил? Нет, я не закончил. Я только начал. Ладно, может быть, кто-нибудь что-нибудь слышал. Может быть, кто-нибудь грозился убить Дрейнора. Значит, никто не грозился, да? А ты у вдовы спроси, муж что-то ли убила? Ты что, была жена и дух убила? Так все же знают, что он ей надоел. Не, ну мало ли что кому не надоел, ты еще не прикинь, а мужа своего. Ты спроси, спроси. Давай, ты проси, что я задаю тебе этот вопрос. Ну не ты случайно сама, ну может быть случайно своего мужа. Вот это да! Я из лука стрелять не умею. Да я лук пусть попробует. Глава, ну пусть попробует. Кто-нибудь дайте ей лук. Попади ему в то дерево. О! Видишь? Она свободно могла убить своего мужа. Вот это да, я не хотела попасть, а попала. Когда последний раз видел своего мужа? Вчера, когда солнце опускалось за песчаный холм. А что ты запомнила это время? В это время я как раз собиралась выйти по делам. А что у тебя за дела? А это никого не касается. Ну, опускай ключи. Отвечай. Кадок ждал меня в это время. Ага, значит, когда солнце опускалось за песчаный холм, твой муж был еще жив. Ну, конечно, жив. Ты же его еще не убил. Я его не убивал. А кто же тогда? Сейчас речь идет вообще не обо мне, а о тебе. Глава, скажи. О тебе, вдова, речь. О тебе. Что делал твой муж, когда ты пошла туда? Ругался. Как? Сказал туда сука и бросил меня в плетеный кувшин. А ты? А я бросила у него тыкву. И тогда ты пошла к ходоку. А когда слушала от ходока? Когда солнце уже опустилось за песчаный холм, ну какое это имеет значение? Значит, когда солнце опустилось за песчаный холм, твой муж был еще жив. А в это время ты была у ходока. Значит, ты не виновата. А правильно! Правильно! А то я сижу и думаю, при чем здесь солнце, при чем песчаный холм, при чем это все. А потом я понял. Солнце, подоскуха, тыква, ходок. И доказал. А кто убил, как и неизвестно. Тебе все? Нет, не все. Давай.
Скажи мне, а твой муж был в ссоре с собаком? Да уж, конечно, дружбы не было. Скажи, а Ходок мог убить Диму? Не мог. Почему? Потому что в это время мы с Ходоком были вместе. Нет, они не были вместе. Я как раз в это время была около своего дома и пила сеть. Мне все было видно. Когда она пришла, то Ходок ушел. А она ему что-нибудь сказала? Да, она ему крикнула, но и проваливая боец несчастный. А он? А он сказал, ну раз ты так торопишься, то и убирайся. И ушел. Ходок. Большой Ходок. Ходок, ты где? Ходок. А, я здесь. Ходок, я задам тебе несколько вопросов. Я отвечу, если это не заденет честь женщин. Да, да, конечно. Люди говорят, что ты куда-то уходил, когда вдова была у тебя дома. Это правда? Нет, я бы не мог себе такого позволить. Но люди ведь говорят. А, да, вернее, было. Я уходил на время. Куда? Я ходил к его мужу. Зачем? Мне нужно было с ним поговорить, да. О чем? Там как бы нужно было поговорить одному, без свидетелей, понимаешь? Ай! Дождалась такая? Дождалась. Но только чтобы плюнуть ему в лицо. Ты поинтересовался, о чем они разговаривали с своим мужем? Он сказал, что сделал ему дурню какое-то предложение, но тот отказался. Какое предложение ты ему сделал? Я не помню, что я изболтал. Вы знаете, бывает такое время, когда мы мужчины, да, уже вечером устали, нам пора спать. А женщины, они как бы раздухарились, они захотели все выяснить. Вот они нас ловят на это, я не брякнул что. Что ты бьякнул в этот раз? Я не помню, не знаю. Вообще-то есть вещи, на которых нельзя касаться. Вынеси ты это на пост, скажи, что он вам отвечал, алла. Почему я? А с кем я сейчас разговариваю? Почему я должен говорить? А я кто? А у нас красноречивый есть, да? Он красноречивый, пусть он и говорит. Подождите, виноват. А при чем тут я? А что? Я значит, Ходок со мной все можно, да? Ты красноречивый. Ты здесь не причем. Я просто, понимаешь, у меня как бы тоже есть свое поле боя. Оно может быть такое, знаешь, но я как и у остальных. Но я просто, оно тут требует немало сил, да? Положим, Ходок, я бы мог тебе на это ответить. Мог бы кое-что сказать. Ой, нет, зенатончики языка. Вы все когда-то дали, да? Вот со мной с Ходоком цвести счет. Вы все на одного, молодцы. Если я тебе задал что-то лишнее, в этом я виноват. Виноват в другом. Убил своего сородича и пытаюсь на кого-то свалить вину. Красноречивый. Почему Ходок сошелся тебе? Я не знаю, что я не люблю Ходока. Никто не любил Димова больше, чем я. Как вы все знаете, Димов был моим учителем. Именно у него я учился красноречию. Но да, сомкнул свои уста. Перестал радовать наш слух звуками своего голоса. Это обидно, это печально, это очень досадно. Но его уроки не прошли для меня зря. Не пропали для меня понапрасну. Не пропали, я бы даже выразился в Туне. Нет, не в Туне. А чего? В Суи. А, в Суи. Со всем, что ты сказал, я полностью согласен. Дыми был твоим учителем, я тебе сочувствую, но ты не ответил на вопрос. Почему все-таки Ходок сослался на тебе? Он сослался на меня фигурально. А, фигурально. Да, может быть, тетиву натягивал, когда ты не слышишь, что фигурально, что ли? Скажи тебе. Он сослался фигурально. Он же прямой человек. Мне почти так этой болтовни убийца, убил своего сородича в спину, сука! Пытается на кого-то свалить вину. Глава, родичи, я требую смерть за смерть. Чего? Смерть за смерть! 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 Как наказать ушастых? Завтра, сегодня поздно, все устали.
Эту ночь ужасный проведет в заперти. Кто останется его охранять? Какая разница, кто? Он долгоносик. Беру его. А ты тоже никогда не смотришь ни на кого сверху вниз. А мне не на кого смотреть сверху вниз. Долгонос. Тоже думаешь, что я убил? Значит, думаешь. Кто там? Кто там? Сходи домой, Долгонос. Погрейся. Ну ладно. Только если меня спросят, я скажу, что это ты велел. Скажешь, скажешь. И фильм включи нам. Знаешь, ужасно, почему я перенесла голосование на утро? Нет. Я хочу, чтобы этой ночью ты ушел отсюда. Зачем? Мне еще трудно самому поверить в это, но мне кажется, что в нашем роду появились люди, которым надо посеять раздор. Зачем? Я сама еще не знаю, но никому не кажется, что для этой цели они выбрали тебя. Почему меня? Ну, потому что ты другой, ты не похож на них, ты молодой. Ты можешь разобраться в том, что происходит. Даже если ты докажешь им, что ты не виноват, то получится, что они правы, они, и тогда они прихлопнут тебя сзади, как прихлопнули Блинного. Уходи, ужасный. Любое племя примет тебя. Ты молод, а здесь тебе быть опасно. Я много думаю об этом. Из этой мысли не проходит дня. Ты чувствуешь, гнетут меня. Уходи. Я не понимаю, о чем ты говоришь, но я тебе верю. Бабушка, я тебя очень люблю. Но... Я тебя очень люблю, но я не могу уйти. Там мне будет очень скучно. Люди, там есть такой же, как ты, ужасный. Там есть такая же, как я, с уходом. Нет, дело не только в этом. Дело в том, что... мне трудно... Ты боишься расстаться с каким-то... С какой-то... С человеком. Да, трудно расстаться с какой-то человеком. Там есть такой же человек. Это только кажется. Нет. Но так всегда кажется. А там есть... Я не могу уехать! Я не могу уехать! Потому что
Там нет ничего. А здесь есть все. Чего там нет, дружок? Там нигде нету. Вот, вот там вот наш диемный цветок, который светится по ночам. Знаешь, как они светятся по ночам? Ой, эти цветы светятся повсюду. Нет, у нас на родине они светятся повсюду. И особенно ночью. Зачем тебе их видеть, как они светятся ночью? Нет, должен за что-то хвататься или нет? Ой, ну нельзя, цветочки. И у меня здесь живет моя сестра, ящерица. Такой, говоришь, ее давно уже нет живых моих сестер. Ну она же жила здесь, под этим деревьям, ей будет тяжело ходить ко мне так далеко. Зато ей будет приятно знать, что ты жив, здоров, что тебе там хорошо. Да мне там не будет хорошо, я это знаю. Я это знаю, там будет жизнь, как будто после смерти. Пускай меня здесь все не любят, пускай меня здесь все гнетут и за мной охотятся, но там будет совсем другая жизнь. Я здесь я, а они там будут они. У нас здесь очень хорошо на улице. Ко всему человеку, у нас какая замечательная, у нас весна. Надо уходить. У нас весна, идешь там, какая-нибудь уже лето не сможет. Надо уходить. Осень, какая у нас замечательная осень. Уходи! А это, какая у нас зима? У нас когда холодно, идет дождь. А когда ее дочь, холодно. За что? То есть, я думаю, что не поверит, и все обойдется. Ужасно, не обойдется. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Но я чувствую. Они решили тебя убить. Ты заметил, как у людей изменились глаза? Нет, ты не заметил. А
я заметила. Они уже высунули языки. Они уже бегут по следу. Ужасно, я не могу долго об этом говорить. У меня начинают путаться мысли. Давай говорить о чем-нибудь другом. Давай говорить о тебе. Ну, давай. Ну что ты придумал? Ужасный по сравнению с тобой. У всех такие маленькие уши. Сказать, зачем тебе такие уши, чтоб лучше слышать нежные слова. Я для тебя их много сочинила. Вот это слово «милый» для тебя. Они тебя убить решили, милый. Они уже бегут по следу, милый. Но что бы с нами ни случилось, милый, давай другим оставим это слово. Милый. Пусть женщина отныне шепчет, милый, своим мужьям любимым по ночам. Ужасный я для шуток и насмешек. А год для того, чтоб совершать дурацкие поступки. Замолчи! Ни одного дурацкого поступка я за тобой еще не замечал. Ты просто нерешителен, мой милый. Ты говори при мне. Я попросту трусил. И отпуск. Я потерял в бою колчан. Я и не думала об этом, милый. Не думала. Все думают об этом. Они пусть думают. Но ты, кто знает, встретимся ли вновь. Так знаешь и все. Моя любовь. Когда мы летом играли с кабинетом, и я, как все, бежал у него. Вдруг вижу за кустами передается отставшее скорбино. Едва успел я натянуть свою другую тетиву. Вдруг вижу это мальчик. Просто мальчик? Мальчик. Посвященный войне, но мальчик от страха спрятался за куст. Дрожит. И вместе с ним даже перед куст листочком каждого. Тогда все это и случилось. Я повернулся и швырнул толчан. Я долго шел, куда глаза глядят. В тот миг я не испытывал стыда. Не думал ни о чем еще. Все перестает иметь значение. И неудачи, и удачи, и развлечения вечерние. И плачу я, и не плачу, перестает иметь значение. И небо светлое свечение, и речки сильное течение. Ужасный перестает иметь значение. Что с тобой?
Точнее... Кто с тобой? Тоска, разумие, печаль. Мне кажется, еще кто-то есть. Какая еще тоска, раздумие и печаль, когда она здесь? Я все время здесь. Так что ты давно виноват. Все, уходи отсюда. Шасты, зачем меня подводишь? Ну, с другой стороны, вы же его правду подводишь. Шасты, если мы с тобой видимся в последний раз, что для тебя важнее? Конечно, мне главное видеться с тобой. И разговаривать в последний раз. Я не имею права оставлять свой пост! Но с другой стороны, он не имеет права оставлять свой пост, ему придется очень сильно отвечать. Ушастый мой! Что сделал ты со мной? Не став невестой, сразу стать вдовой! Погреемся? Выпьем и забудемся. Забудемся, и все будет в порядке. Решено. Ужасный. Чего? Я кое-что понял. Умирать страшно. Потому что неизвестно, в кого потом можешь превратиться. О. А вдруг шакал? Или изгиб? Это верно. Поэтому мой тебе совет, ужастик, беги. Если я убегу, это значит, что я признал свою вину. А еще это значит, что ты будешь жить. А здесь тебе не жить. Ладно. Я маленький человек, меня можно не слушать, но... Ведь собак глава рода тебе сказал. Беги. А тебе откуда идет, что не сделал глава? И что, послушал? Ты что, уже всех начал подозревать? Да понимаешь ты, что ты меня обижаешь? Потому что ты на самом деле хочешь поставить себя выше других. Я вот подговариваю тебя бежать, получается, что я трус. Ты говоришь, я не буду бежать, поэтому ты храбрый, сильный, честный. И так во всем, так во всем. Почему, скажи, даже стрелы? У всех нормальных людей они наконечники у них круглые, а у тебя чего-то плоские. А откуда тебе известно, какие у меня наконечники? Про стрелы твои, я сказал для примера. Дело не в одних только стрелах. Не, я понимаю, дело... Я понимаю, что для примера. Просто мне важно знать, где ты их видел, когда. Мало ли когда, я не помню. Ты вспомни, это очень важно, но когда, да. Ну, когда все тогда и я, когда. А, праздник! Я видел в праздник, когда все племя стреляло. Я даже не мог явить их в праздник. Не мог, я их насолил, я был сам воин с копьем. Мне это очень важно знать, когда ты их видел, когда. Объясните мне попросту, в чем дело? Не-не-не-не, ты мне сначала скажи, а потом я объясню. Когда все, тогда и я. Когда нашли убитого Гринда. Не мог ты тогда их видеть, не мог. Почему? Да потому что они были, эти наконечники, в нем. Ком? Ком, ком? Зрину. Ладно. Когда же я, по-твоему, мог их видеть? Не пугай меня, не смотри так. Ты их мог видеть только в одном случае. Если сам стоял в длину. Я могу задать тебе один вопрос? Давай. Скажите мне. Ты убил длинного? А? Повтори. Скажи мне. Ты убил длинного? Какого длинного? Того самого. Ведь может статься, что ты его убил. Как я мог убить того самого длинного, когда это ты его убил? А что ты взял, что это я его убил? Ну и стрелы были твои. Ну и что? Ну и что? А?
Что? Стрелы были твои. Так я же тебе сказал, что я их потерял. Ну и что? Так они могли попасть кому угодно. Ну и что? Значит, может статься, что эти стрелы могли попасть и к тебе. А зачем мне твои стрелы, когда у меня есть свои? А чтобы на тебя никто не подумал, чтобы никто не догадался. А тебе все равно никто не поверит. Почему? Потому что они все равно тебя прикончат. Кто они? Скоро узнаешь. Долгонос. Долгоносий! Напоминаю вам содержание вчерашнего совета. Ушастый, безо всякой причины, лишь по собственной прихоти лишил жизни нашего сородича. А теперь давайте задумаемся, что будет, если каждый из нас станет колотить людей направо и налево? Направо и налево. Направо и налево. Именно направо и налево. Я предлагаю лишить его жизни, так же, как он лишил жизни нашего друга. Смерть за смерть, смерть за смерть, смерть за смерть. Я хочу сделать... Важные заявления. Потом, потом. Смерть я смерть, хочу но... сказать. Он хочет сказать. Ты все сказал. Я хочу сказать последнее слово. Он хочет сказать последнее слово. Говори, ушастый. Саоличи, сегодня ночью мне стало известно, кто на самом деле убил Длинного. Слушай, может, моя голова не имеет никакой цены, поэтому я готов посмотреть на поле боя. Может, другие головы нужнее, нежели моя. Но я дорого отдам за мою голову, ни одной головой враг заплатит за мою голову. Нет, не говори так. Твоя голова нужна нам. Твоя голова дороже многих и многих голов. Весь наш род гордится твоей головой. Нам бы вообще побольше таких голов. Хотя бы две. А что происходит тогда? Родичи, второй длинный отличит этого длинного. Вы посмотрите на свои уже. И посмотрите на его уши. Видите? Ушастый ни при чем. В смысле? Уши сами по себе растут. Ладно, хорошо. Сейчас. Красноречив, развей его мысль. Да, действительно. Но касается это, к сожалению, не одного, только ушастого. Вот, обратите внимание, как мы сидим. Оглянитесь. Мы сидим вперемешку. Абы как? Вам кажется, это пустяк, да?
а на лучших местах. Я хочу видеть лучших воинов и охотников. А те, кто постоянно пробавляется за счет других, должны сидеть там, позади, чтобы лица их, так сказать, скрылись в тумане. Это отдельный вопрос. Сейчас нам его не решить. Этот вопрос решить нетрудно. Тот, чего достоин, тот там и должен сидеть. Тот, чего достоин. Прекрасно. А кто будет решать, кто чего достоин? Достойнейшие. Достойнейшие. Молодец. Прекрасно работает. А кто решит, кто достойнейший? Вала! Достойнейшие и будут решать! Разобраться, кто убил Длинного. Ушастый попросил виновного сознаться. Да, да. А он пока не решает. Не решается. Давайте попробуем ему помочь. Дорогие женщины, вас я хочу спросить. Не обращались ли вы к Длинному с какой-нибудь просьбой? Да, мы обращались к Длинному. С какой же просьбой? Мы ему сказали: Длинный, ты молчишь, ты все видишь и молчишь. И на этом все закончено? Ну, а он нам ничего не ответил. Да, и когда мы сказали ему: Длинный, неужели ты тоже считаешь, что одни могут быть сыты, а другие в это же время могут быть голодны? Мы сказали: Длинный, а если человек постарел, он что, уже не человек? Мы сказали: Длинный, им только не надо того, что ты молчишь, потому что они боятся твоего слова. Кто боится? Да ты боишься. Серьезно? Да. Ты знал, что Лига выступит на совете. Да, что-то было, я не передал. Да, можно. Ты предал этому значению. Я хочу при всех поговорить с Долгоносиком. Давай вспомним наш ночной разговор. А я ничего не говорил. Так, может быть, ты что-то и говорил, а я ничего не говорил. Я спросил тебя, ты убил Длинного, а ты мне что ответил? А я тебе ответил, ты что, спятил? Нет, ты ничего не ответил. Ты сказал, они все равно тебя прикончат. Я спросил, кто они, а ты сказал, скоро узнаем. Я ничего не говорил. Я ничего не говорил. Я теперь знаю, кто они. Человек Уэ! Подговорит тебя убить Длинного. Подъявите. Я ничего ему не говорил, он сам догадался. Что ты получишь себе, Горосик? Смотри, как тебя спускают. Спокойно. Может быть, я не привык к данным маневрам. Может быть, я люблю лишь прямой удар противника в лоб. Но раз они хотят, говори. Да, прихлопнул ты несчастного. Но ради чего? Ну! Ради порядка. И справедливости! Ты молчал, когда меня все обвиняли. И ты молчал, когда меня хотели все убить. А ты был моим другом. Ужасный. Ужасный, значит, ты его не убивал. Ужасный, значит, мы теперь будем жить. Слушай, ты это лю-лю-лю-лю, совет идет, потом. Долгоносый. Расскажи нам, зачем ты это сделал? Я боялся. Кого ты боялся? Чего? Кого ты боялся? Расскажи мне, стесняйся. Мы все чего-нибудь боимся. Вот, например, все боятся темноты. Ты боишься темноты? Боюсь. А вот, ну, духов, духов. Боишься? Боюсь. А человека боя боишься? Я не виноват. А кто виноват? Хорошо, я виноват. Но не я один виноват. Я такой маленький человек. Разве мог бы я в одиночку решиться на подобное? Просто однажды человек боя пригласил меня в гости и угостил меня вкусной рыбой. Мы слушаем тебя. А, ну мы стали беседовать с ним, как друзья, о том, о сём. Точнее. Мы же говорили о том, что пора нашу жизнь как-нибудь изменить. А?
Но однажды человек Бога мне сказал, что наши с ним разговоры каким-то образом стали известны Длинному, и что Длинный грозится прийти на совет и опозорить меня. Почему же тебя? Тогда уж вас обоих. Потому что меня опозорить легче, чем человек Бога. И тогда человек Бога мне сказал, нам нужно прикончить Длинного. А я сказал, я не могу решиться. А он мне сказал, тебя никто не заподозрит, никто на тебя не подумает. И дал мне чужую стрелу. Ты подговаривал его убить Длинного? Зачем? Старый дурак стал на нашем пути, пришлось его убрать. Но я отказывался! Скажи всем, что я отказывался! Спец-связался. Как ты мог убить моего мужа и не подумать о его жене? Прости, дорогая. Я в это время думал о том. А теперь я осталась одна. А ты знаешь, что такое одинокая женщина? На твоем месте порядочный мужчина женится. Да? Не суетись, женщина! Нет! Дорогая, давай. Нет, дорогие родичи! Я вижу, что вы опять хотите все свалить на меня, потому что всегда среди вас я был самый дикий, самый слабый, самый жалкий. И вы всегда смотрели на меня с верхом ужаса. И вот вы сидите, полные с собой, переполненные до краев с собой. И вот вы смотрите на меня и сравниваете с собой. А я не удивлюсь, стою и оправдываюсь перед вами. И смешу вас своим ничтожеством и своей низкообразностью ни с чем. О. Ладно. Хорошо, дорогие родичи. Но прежде я попрошу вас выслушать еще одного человека. Может быть, тогда он станет еще смешнее. Ходок! Значит, ты выпустил не одну стрелу, а две. Нет! Я выпустил одну стрелу, а вторую выпустил ты. Ничего не знаю. Ничего не понимаю. Лебеда, лебеда, долгоносик, если сам виноват, зачем на других наговариваешь? Ты опять следишь, что ли? Она пострадавшая ему. Да? Да вообще, чего вы ко мне привязались? Дело, думаете, какое-то было? Не было никакого дела, вообще ничего не было. А, готов. Давай. Что? Выйди, скажи ему, я женщина смотрю. Ходы. Ну, хорошо. Как было дело? Хорошо, было дело. Было дело, не отрицай. И даже горжусь. Да, человек Боря позвал меня к себе. Да, мы ели эту рыбу. Да, мы говорили о том, что мы добычу делим не по достоинству, а как попало, и я согласился с этим. Вот, скажите, что, например, делать мужчине, если он пользуется, так сказать, популярностью у женщин, а? Их же нужно чем-то угостить, да, не говоря вообще про то, что после этого появляется аппетит. Мне нужно больше мяса, чем другим. О Длинном расскажи. А, да, о Длинном. О Длинном. Хорошо. Потом речь зашла о Длинном, и человек Боря открыл мне на него глаза. Оказывается, этот наш Длинный, он был шутник, и он подшучивал надо мной. А ничто так не роняет достоинство мужчины в глазах женщин, как эти неуместные шутки. В конце концов, есть законы чести. Да. Я получил чью-то стрелу, чья мелень интересовался. Да, я позвал его жену к себе, чтобы мы остались одни, и не было свидетелей, и я поразил его. Я не считаю себя виноватым. Стоп. Его можно понять, да? Его можно понять, да? И зачем ему наказывать, если он сам себя наказывает? Вы посмотрите, во что человека могут превратить беспорядочные связи. Друзья, мне трудно, но я не жалуюсь. И
Именно это и привлекает к тебе сердца женщин. Ты опять суетишься. Я пострадавшая, мне можно. Вот если бы он женился на ком-нибудь, например, на мне, ему бы сразу стало легче. Ну, вообще нехорошо пользоваться долей человека. Да смотрите, я бы дала ему свободу, разрешила бы гулять с девушкой по лесу. Помолчи, давай. Дорогие родичи, это было заранее подготовленное убийство. Выяснилось, что в нем участвовало два человека. Значит, и наказание понесут двое. Нет, нет, дорогие друзья, нет, дорогие сородичи. Нет, дорогой глава, нет, только не двое. Не хотелось бы в такой ответственный момент беспокоить такого важного человека, как красноречивый, но я бы все-таки хотел, чтобы он сказал несколько слов. Красноречивый, а скажи нам несколько слов, а? Да, друзья, я все выслушал. Мне кажется, аргументы достаточно весомые. Я прошу дать им снисхождение. Ты за одно снисхождение себе попросил, ладно, а? Но почему ты тогда двинул, отговаривал выступать на совете, а? Ну, почему? А? Да. Что? Потому что я не застрахался. Да, а может ты боялся, что он тебя переспорит на совете? Никогда меня не переспорит. Почему? Почему тогда ты его отговаривал, а, бабник, а? Что? Что ты плохо? Да не может плохо, бабник, я его отговаривал. Даже нет. Пусть красноречивый скажет, что ему ответил. Ничего он мне не ответил. Просто плюнул мне в правый глаз и все. Единственное, что остается, когда не хватает запаса слов. Я ему на это ответил. Длинный, а дурак, и все. Тебе не захотелось ему отомстить? Дорогие родичи, я в конце концов отказываюсь понимать. Было же две стрелы. Одна стрела, когда два. Вторая стрела долгоносика. Ходок что-то там намекает, что я замешан в убийстве. А где же тогда третья стрела? Да ты промахнулся! Слепая на улице. Предположим, я есть Длинный. Я поговорил с Ходоком и направился домой. Ходок где-то в это время стоял. Долгоносик, где был ты? Красноречивый, займи свое место. Какое место? Меня там не было. Я там он стоял, и Длинный как раз шел в его сторону. Встань туда. Хорошо, я стану там, где меня нет. Ну, вот. Итак, Длинный идет в твою сторону. Да ладно, ладно, все, я признаюсь. Да, мы стреляли одновременно. Ну, я даже не успел тетиву натянуть. Длинный вдруг упал и превратился в труп. Дорогие родичи, теперь нам известны все, кто повинен в гибели Длинного. Почти все! Нам осталось решить, какую кару они заслужили. Слушай, может быть, по-моему, лгу слишком перед Длинным враги перестал соображать? Может быть, я гожусь для того, чтобы жить молча, а говорить мне не положено? Что происходит, родичи? Второй день нам тычут этого Длинного. А что Длинный? Он встал на нашем пути, как управление справедливости. А? Но нашлись среди нас люди, которые этому помешали. И вместо того, чтобы воздать им почести, мы обвиняем какого-то. Разве не так? Да, все верно, правильно. Хватит уже. Достаточно. Заклинаю вас, невидимые, станьте видимыми! Оборотни, глаза светло-блестящие! Я
и склока. Раздор и склока. Это конец. Это не конец. Это начало. Напал тигр, а у юноши в руках была одна рогатина. Как вы думаете, что он сделал? Он победил полосатого. Он уничтожил его. Вот такие люди нам нужны. Вот таким людям первое место на совете у костра. А никчемных и бесполезных мы пожалеем. После. А пока пускай потеснятся. То есть ты считаешь нормальным? Одни люди сытые, а другие голые. Да. Да, ушастый. Ты смешной парень. То есть свирепость — это главное качество человека? Да. Я человек воля. Для меня это главное. То есть если человек не свиреп, его надо уничтожать? Бесполезно, полезно уничтожать. Ты помнишь, что если луна увидит кровь человека, который поил его сородич, то это сородич. Он должен умереть. Сначала ты умрешь. Ужасно. Друзья мои, нам не по пути. Не я поведу вас с этой дорогой. Вы давно идете по ней. Я вся в пыли от тобота ваших ног. Кто придет на мое место, он скоро объявится. Приготовь свою речь красноречивой. Когда ты успеваешь собраться с мыслями, я даже иногда тебе завидую, так красиво ты говоришь. И тебе, ходок, можно позавидовать. Ни на кого не прольется столько счастья, как на тебя.
как на слепого солнечный свет, как на глухого птичий щель. А тебя, вдова, не знаю, чем утешить. Ты так перед всеми унизилась, теперь вряд ли кто-то захочет жениться на тебе. Поплачь, вдова, поплачь. Это помогает. Плачь, вдова, плачь. Никто не узнает, как красиво твое тело, когда ты купаешься в озере. Красивее юных девушек. Плачь, вдова, плачь. Это помогает. Перед тобой, черепашка, я не виновата. Я говорила ушастому, уходи. Он не захотел. Thank you.